Погнали, погнали. Спасибо, что начнем, почему бы и нет. Так, он уже хук юзнул. Я же что-то был не хук, наверное. Да, магазин мне точно нужен. Это что? Это седьмой. А что ты делаешь на линии у меня? Хорошо, КБ наш. Ладно, подинаем пока аккуратненько. Фармим. Так, ну мне в любом случае нужен магазин. Проще будет в разы. Ох, ты динайщик, да? Но он много крипов просёривает, кстати. О, блин, я ж... еле задинаил. Фух, прям в лицо. Это что, хоррор? Блин, ребутик. Релоудик. Нормально, могу чуть-чуть подавить его. Потому что он... потому что он лох просто. Опа, минус хук. Бывает, бро, теперь на базу пора тебя. Пойдем закупимся. А, да. Экстра стамина, это мне надо. Пролак, кстати, был какой-то. Нормально, нормально, нормально. Минус хук. Вообще, по-хорошему, он бы мог просто подойти и попробовать меня прям поддушить бомбочкой своей. Тихо, тихо, Биба, тихо. Жесть, он, конечно, миссит. Пор даже не попытался на меня бомбу навесить. Хорошо, Дразиус. Радуюсь, пока могу. Ну
Вот видели, первое попадание, и посмотрите на мое хп. Лол. Next попадание, я мертвый. Я мертвый. Жестко, да? Ну, бибоп неадекватно сильный, Тразиус. Я с тобой полностью согласен. Бибоп неадекватно сильный. Ну, ничего страшного. Ну, как сказать, ничего страшного. 6 минут катка идет. 5 из которых я полностью, ну, переигрывал его по динаю, по крипам, по всему. По нетворсу. И вот 2 хука, и все. И он впереди. Местный Анубис, ну типа того, да. Ну чё, думаю, сбалансит его. Чем я могу законтрить бибопа? А ну-ка, есть мастера, которые мне подскажут? По-любому же есть какая-то контра. Кроме броники. Леха, спасибо тебе за трек огромное. Хорошо. Хорошо. Спасибо, дядь. Спасибо тебе большущее. Спасибо. Надеюсь, тот трек включил. Бро, я тебя молю, только не напить мне его тут. Еще рано умирать от ваншота. Релоад тоже нужен мне. Потом возьмем лайфстил, наверное, будет. Чисто соберем ее с руки. Я не знаю, как сейчас метово собирать. Переехан как нубас. Как же я ему хорошо нашпиговал его бибоповскую голову. Хорошо. Ну, лайфстил будет возьму. Че советуешь? Реактив армор взять. Реактив барьер, наверное. Временные щиты от пули спиритизма, когда вы оглушены, склонны, обездвижены. Вот это ты имел в виду? Реактив, вот это, да? Надеюсь, что да. Звучит как оно. Как будто мне действительно будет пофигу после контроля. Но он
на 1000 нетворца я его перефармил, это хорошо. Зря я юзнул, кстати, перезарядку. Сейчас приедем, чё. Уже 2000 плюс нетворса на своей линии выигрываем. Погнали, погнали. А зачем ей Торменд Пульс? Это типа под ульту берется? Мол, типа ты прыгаешь с ультом и пульсом. Тогда я не буду закупаться. Звучит тоже как план. Влетел турельщиц балдежный этот урон. Сейчас этого парня переедем. Где он? Хорошо. Хорошо. Парни подсобили. Два моих хила застелили, но подсобили, ладно. Хорошо. А чё по мне? Рипов нет. Чё, плюс слот еще у нас. Хорошо. Хорошо. Переехал. Хилыч подъехал, спасибо. Спасибо, спасибо. Не хочу быть хукнутым, чат. Но ей, кстати, можно и на урон с руки тогда что-нибудь, да, взять. Леха, да. Хорош, бро, блядь. Нет! Если чё, чат, у нас музыка теперь заказывается в донатах через ссылку. На любой трек, с ограничениями и без. Ну, имеется в виду по просмотрам. Но дресню нельзя оставить. Дресня под запретом. Лёх, спасибо большое. Спасибо огромное. Ну, как будто бы можно, да, взять. Слушайте, тут и к силе как бы урон. Давай возьмем. Ой, длительность действий умений чат на ульту распространяется же. Да, все понял. Имба. Да юзай!
на меня, сука. Хорошо. 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 Варден. Варден на меня даже не реагирует. Первый раз с единичкой миснул. Парадокс что-то там. Я знаю, закрывает, я знаю. Я ее не всегда юзаю, потому что жду правильной ситуации. Ее же не всегда нужно тратить перезарядку. Я думаю, идеальная комба на ней выглядит как разрядиться в голову, дать слип, дать кьюшку, перезарядиться айтемом с быстрой перезарядкой и добить без ульты. Опа, хе-хе-хе, ишь ты читаешься. Типа нету, брат. Они меня все сдали. Все просто сдали. Давай возьмем. Так. Наверное, вот так. Да-да-да, единичка надо ульт 7 сбивать, да, я в курсе. Уф, урон от пуль 4%. Сюда. Это мне надо. Сюда. Да. Это мы как будто бы выиграли замес. Опа. А у него не сбился. О, сбился. Или он просто застанился. А луч не сбивается единичкой. У меня такой план был коварный. А ну-ка. Нет, меня ультанули. Там седьмой ультит, что ли? Это
Странно ульт был. Живем. Хорошо. Живем хорошо. Но было страшно. Яички сжались. Так, окей, давайте деф снимать тогда, наверное. Или лучше. А у него что? Improve reach. Improve reach на ульту, естественно. Давайте вот так сделаем. Рикошет купи. Да, кстати, надо рикошет еще взять. Тоже имба вроде. О, нет. Поймал. Нет, мой шагоход. Да господи! Хорошо. Ну как хорошо, тяжело, но хорошо. Пока зипку не будем ускоренную юзать, правильно? Конечно, закупаться пошел. Конечно. Заценил, как эта дешманская шмотка со щитком импактнуть? Как будто бы да, слушай, как будто бы да. Но надо, чтобы он еще пару раз меня притянул. И тогда все будет понятно сразу. Да, да, скорее всего, меня уже раза 4 минимум спасло. Здорово, скутер. Что там, Россия? Россия! Здорово, мужики, здорово, рад вас видеть. Как приглось? Друга попроси, либо на стриме кого-нибудь тебе кинут. Ошибка, да? Чё-то не раздамажу, да? Не раздамажу. Короче, надо... Maybe центр, я не знаю. Они хотят мид побить. Иду пофармлю туда. Ну, я не знаю, зачем они это делают. One
is waiting to be claimed. I'll strike and fast. Destroy the sapphire flame. Радиус меньше не становится у нее на двойке при прокачке. Скорость бега в невидимости после окончания не получает плюс 30 здоровья. Ага, ага, понял. Ну, рикошет, да, рикошет это я просто нуб. Поэтому его не брал. И его здесь в билде просто нету, видишь. Так, рикошет где и сколько стоит? А Тесла на нее не работает, ее не берут? Рикошет стоит 6300. Давайте нафармим на рикошет. У нас еще 3 свободных флекса есть. Мне еще Тесла нравится, но она тоже не всем заходит. Вроде бы как. Почему наши не хотят побить Рошана? Уф. Уф. Это что, день рождения, чат? Ну, с днем рождения меня. У меня души, их надо потратить. Желательно не умереть. Да, я вижу. Я вижу, что они решили вот так вот поступить с нами. Это разве честно, чат? Так, что там, рикошет? Он капец какой сильный, да? Запас, красильность, здоровье. Здоровье. 99 пулек у меня. Нормально? Чтобы пригло скинуть, нужен не ВК, иди, мужики. Ой-ой-ёшечки. Минус 2 сюда. Минус 3 сюда. Квадруса стилили. Хорошо. Тринадцать-два. What the fuck is going on? They cannot stop you. Что она за машина? А я раньше не мог его взять, у меня же не было. Баблища не было. В каком количестве? Куда его?
Леуха, спасибо. Кто-нибудь остановите его, не останавливайся, бро. Сюда, килл, сюда, килл. Жесть, какая же она сильная. No 16-2, MVP матча, чат. GG's. GG's. Хорошая победа. 5 фиол предметов по 3к взял. Но зато ты видел, что у меня за урон? God damn, что за урон? Так, что у нас? Ну, то по убийствам. Ништяк, и... пацаны, сегодня кайфуем. Гон Ямато. Хочу увидеть мечника. Спасибо за донаты огромное. Тынч, тынч. Спасибо, мужики, большущие. Спасибо. Ну, слушайте, хорошая катка была, хорошая. Ну и на этом, собственно, все. Не забывай ставить лайк, если видео тебе понравилось. Подписывайся на канал. Также не забывай про мои соцсети в описании, группу ВКонтакте, Телеграм и мой Бусти. Увидимся уже в следующем видео. Всем ББ.